придурка на шамане, в интеллект все скидываю. Но по итогу я по мане не прослаживался. В большинстве боссов сильно очень. Да ёбаный шашлык, блядь. А я почему-то думал, что ты, Кирилл, будешь собирать льду и типа... Сука. И типа после неё мы пойдём. В этот... И пол седьмого утра вставать нахуй и идти, блять, на работу. Гениально. Ну понятно, ну. Ну хули там вот, да, чё, короче. Я смотрю, как проносит. А чё, блять? Чё вы мне не говорите, я что-то с этой хуйней встаю. Пиздец, никогда не кидалось. Смотреть можно было. Милхант, это идите, что лишит бахать. Да, это пиздец. Там еще прикатишь, вдвоем ставите. Да похуй, я ПК. Чё, они не понимают, почему урон по ним проходит. Я отхожу постоянно. Да идем, Макса на лестницу убей. Там Тао, кстати, говорил, что не знает, сейчас на долгое время из игры уйдет. Потому что, говорю, там либо кикнут, либо че его. Сами там думайте. Сейчас не может играть никакую. Он не играл, уже последний раз. Не, он сейчас написал еще раз. Спрашивай, там кик. Ну, он сейчас племянник, это, племяша дал, типа, там, аккаунт, кто-то нахуй воровал, говорит. А, ЕП сам начислишь? Или... Да, да, да. Тебе не нужен? Ну, я просто зайду потом в рейд. Там великолепно... Нет, тут РО на стадии начала, тут 15 человек в рейде. Я поспамил 10 минут, мне написало 2,5 человека, и все. Вон сейчас Настя зайдет, начислит ЕП, подождите 2 минуты. Угу, ок. Кому ЕП, за что? Ну, за приход. А что, они так не собрались? Да, мы тоже хотели туда не пойти, ОД полотать. Думал, что-нибудь дольше.
Ну давай, дермич, аккуратно пуляй. А, подожди, стой. Бронирую самоним сразу. И Бентли нет. Сяди куда. Хили варит. Дышка? Нет. Веселитесь. Ты бери большого. Дельмич, ну шустрее, 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 шустрее. Просыпайся. Уходим все. Здорово. Здорово. Здесь сегодня выкидывать не будет. Все подлагивает, да? Ну, лучше, чем всегда. Ну, да, ну, получше. Как будет пока. Получше, но все равно подлагивает. Вчера вообще без него. Брамир, слышишь, а как у тебя через прокси? Нормально вообще? Сейчас, да. Ну, вообще. Показывает, но нормально. Ну, вообще, типа... Ты через прокси же играешь все время. Ну, показывает именно задержка 2000, а на самом деле... Да я... Так это похуй на задержку, по ощущениям, ну, конкретно. Нет, нормально. А, нормально? Ну, окей.
Так, платим первым. Рэш держим. 12 метров. По боссу играем. Кто сверху добивает, появится кнопка по центру экрана. Сбиваем кастом эмиляцию. Дальше. О, аркан. Бентли, я и Хулишит закрываем задние руны. Бойщик, Милхан по центру вместе с хилами. Там, если что, бойщик Миликов подстрахуй спереди. Максимальный прохил. На поезде не все, стрим просто в кучу. Вообще, на полу... А, я не ставил. Сейчас, секунду. Аутеры. Блин, у тебя флаг. У тебя это саппорт есть? Одна штука есть. Ну, и я тебе потом дам с КБ вообще. И ауры поставьте паладин. Отчет был, по отчету много. 5, 4, 3, 2, 1. Ой, блядь, я что-то подремался. Я пустить по нему быстрее. Ой, газ. Чего-то. Сверка. Милхант, по центру экрана. Нашел кнопочку, блядь? Вот когда касса аннигиляция будет, нажми на нее. Разбейте сферу пизду быстрее. Вот эту. Милхант, сбей, блядь. Зачем ты... Ну, Милхант, нажми кнопку. Сука, ну ёб твою мать. Хант, короче, блядь. Просто тогда нахуй не бейте сферы, блядь. Если ты, сука, блядь, не можешь нажать на кнопку ебучую, которая у тебя появилась одна на экране, блядь. Тогда, блядь, куда ты нажимаешь во время каста аннигиляции, блядь? Если ты не можешь это сделать, блядь, если ты это не можешь сделать, блядь, не бей нахуй эти сферы, блядь. Надо босса выбрать в цель, чтобы ему каст сбился аннигиляции, он 5 секунд идет. Типа, блядь, у меня желания, блядь, на освоение Каражана вообще никакого нету, блядь. Если ты это сделать не можешь, нахуй, стой ФК, блядь. Поставьте часа, пожалуйста, кто-нибудь. Иногда кажется, что аннигиляция показывает, кого кусать не стоит. Нету часа ни у кого? Походу нет. Вон, хамок. И джинса втыкнули. Рыбу хавай, серщинок полыбан. Сложно ж ебать механика, нахуй. Появилась кнопка по центру экрана, блять, во время каста аннигиляции нажать на нее. Ебать сложно,
всех подвисло? Нет, в тебе. Сферы конец. Последнюю сферку добиваем и босса переводим. Босс пьем. Сферам больше не играем. Поезд. Крест все стали, крест. Тогда мочение шамана. Оставляй тут этого Пойзена, больше не веди. Тело Веркана. Ну слови. Подальше от Реда ты сейчас. Блять, засрёшь же все, ну. Геру дать. Напоминаю, Бентли я их лишил. Закрываем дальние руны сами. Мисбаун дай. Руны закрыли. Просил. Дальше бьем. Дай сакру. Руны закрыли. Бентли себя подхиливай, не стой. Дальше поехали по боссу. Последние руны закрываем. Все, стопните, не бейте босса, стопните. Прохил, руны закрыли. Все, поехали по боссу. Добиваем. Просто бьем босса, руны никто не идет закрывать. Добивать меня. Если на успех, то не откажусь, да? Ну да. Может, нить? Ну нить, короче, этот шмот никому не надо, это может нить. Ну а так да, не, без диза идем, просто ну нажимайте либо кубики, либо эти, как его, блять. Не откажусь, короче.
дерьмище, агришь эту хуйню и бежишь, 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 агришь все на себя. Прямо иди только, пожалуйста, не агри лишний трэш, с правой стороны не надо. Ну было прямо идти по дуге. Ага. Бежишь, бежишь, наверх поднимаемся, нахуй. Просто этот трэш агришь на себя, нахуй. Тебя хилят, и у нас все заебись в этой жизни. И все там дружно, остальные бегут тоже. Главное, там таунти замедляет трэш и так далее. Сейчас хпало как сбреет, а че? Ну, боты нужны. Не баба. Дальше бежим, дальше, 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 дальше. Бентли, не спеши. Сейчас умрёшь. Дермич лужу сейчас кинешь на этот пачку, мама, которая спереди сейчас появится. Угу. Забегаем направо. И вот тут вот кресте умираем. Дай диван пока мы. Я даю дядя. Да можешь ты дать без разницы. Блять, близковато трешь, конечно. Тут, по-моему, новые будут. Блять, ты как-то диван по нему очень хуёво дал. Войт, сними диван. Да не, сейчас, подожди, не исчезнут. Подожди, не исчезнут. Я чувствую, блять. Да сними диван, блядь, шаман, встань и досмрез, масрез, ебал я в рот эту хуйню сейчас ждать полчаса. Ну они как раз еще здесь, да. Чарис. Чистим весь трэш, идем на гнева. До гнева чистим трэш, потом возвращаемся на копыта раны. Вставай, чёрт. У меня КД масрис. А. Че же хуже ресов? Забыл. Гочик, а чё ты не можешь стол вставить? Ты чё-то забыл, чё не понял у тебя там? Какую-то отмахнуть. Поехали, ты будешь пить. Такую придумал, я ж охуел. Макс стол не может ставить. Всё, пошли. Дайте минимальный ремарк, да, Филипп? Да, нормально. Сейчас только одну минуту кофе себе поставлю.
Так, мы Ару на первом? Нет, мы на него. Как-то умудрился упасть или что-то? Скажите символы на ребрике сейчас какие? Краской? Нет, красный. Как красный? Такой типа нежный. Но мастерство. Господи, мастерство. Третье на выбор. Обычно экзорцизм ставит там плюс-минус. На копыта этот символ на гнев небес. Подставляют два DTLS друг к другу, они не соединяются.
хуй его знает. Это на мейн. Не успеет ножа. Получается на мейн. Сука. Сбрось. Я тебе дам совет. В таком случае сбрось меня. Чем на какой-то дорог. Серый, потыкай метки, пожалуйста. Шкаф тыкните. И все это не прекращая кушать рыбу, понимаешь? Ага. Дермич, ты знаешь, как прожиматься, я надеюсь? Да. Слава богу. А что, Блади сейвов хватает? Что? Блади хватает сейвов на этого босса? Конечно, хватает. Не совсем, будешь давать капли. По третье дыхание будешь давать капли и сокров. Это не погибель, ребят. Да. А погибель как раз-то проще прожиматься. Там реально хватает сейвов, а здесь нихуя не хватает. Везде хватает. Хорошо, главное, чтобы тебя не сложилось. Иди погуляй. Иди погуляй. Сука, что за хуйня ебаная, куда начала менять? Что, вы все сперли? Да, Войд, блядь, съебись. Съебись, конец, дай бронированную сторону. Не бейте, пока что. Дайте ему урон убрать. Да. Да нет, он жесткий. Че, тебе бог не дал? Да, сейчас? Да. Двигайся, Леви. Хочешь там похилишь друг друга там обновлением? Да. Трудно. Так, на трессе, да? Это уже последнее. Не надо. Дыхание, если что. Зеленый портал там приберите. Мне кажется, или танк что-то не так делает? Петля не добавили. Охуй. Идет и так. Да. Мне разве танк? Чтобы вот это. Итак. Ну, вот это совет, у вас есть рано. Устали? Скину хулящить тебе. Или сам? Мне нечем скинуть. А, 40 секунд. Да, побегаю.
скажешь, под какой нужен тебе будет сейф. Лагает. Короче, все то же самое, как и вчера, блядь. Такая же хуйня с подвисанием. Здорово, Камлот. Это за фигня? Отверни его, блядь. Это пишется же слэш, кандит и... Нилханд, беги вперед, блядь. Лужу не надо в рейд. Куда ты, блядь, побежал, дебил, сука? Ты вообще, блядь, смотришь, что в рейде происходит, нахуй? Боже, не, пизду на нахуй. Что-то пиздец, я тут вспоминаю, блядь. Да пиздец нахуй. Лаги еще эти ебаные, блядь. Войд. Здоров. Войд, сразу боб по этому ханту, блять, как я только уже на мелкий меня. Вот сейчас, когда он. Мелкий. Барамир, у тебя есть? Боб, да, есть. Сразу по ханту, как только увидишь боб, таргетись. Что на нем эта хуйня? Да почему-то только лучики в этом не показываются. Гриде. Там сейчас. Я тебе скажу. По ханту баба, быстрее. Все, заебись. О, нихуя. Даже не забей, еще остается. Колечко. Голова, крит мастерства. Можно пастом сдать квест? На гнева. Не сдай.
Шоуран, спасибо тебе, удачи. Кольцо охуенное. Блять, пойду я, наверное, VPN попробую включить, это пиздец, нахуй. Я, блять, так в комнате, нахуй, сдохну, если мне так зависнет, завтра добью себе репу, будет проковое кольцо, короче. 15 лк. И будет это банка, короче. Двухчасовая, которая титанов. Куплю, блять, рецепт будет охуенно вообще. Вбил, пока смоете. Текните шкаф, наверное, лобнусь пока что. Ну попробуй через прокси, это ёбаное. Ты там был не на имя, я хотел спалить, я помню. Бэтли, ты там где потерялся? Там на входе стоят, убивают. Паприка. Я поделиться квестом могу следующим или нет? На магика. Нет. Бэтли, там на магика квест, так что можешь потом взять. Это отходил био. Это Кирилл, ты не говорил на зиму, как, кто какие бобы на кого кидает? На первой зиме будешь давать боб по Ридигу. На второй зиме Парамир наш похуй шиту боб. Хотя нет, стоп, не. Давай ты, Парамир, дашь первый боб по Ридиге на первой зиме. А на второй зиме Войд дашь по Хулишит. Вот так вот сделаем. Мне ДД шмот одеть? Чего надо? ДД шмот мне одеть? С 4D4. Танковский. Можешь. Можешь. Можно, Ромер? Наручить искателя ветра, она идет вправо и... Так, короче, на зиму получается первую отдаешь Барамир Эма на лед просто. И дермичесть бал. На вторую зиму воет Эма на лед и Барамир Сакру. Вот так вот сделать. Забери лед. Плюс гимн, да? Ну, гимн, да, ты на второй зиме должен начать, правильно.
Что по бобкам вообще? Я только что говорил. Ты даешь на первой зиме боб по резине. И мана лед. На второй зиме ты даешь этот сокру. Обои ты мана лед. Огонь пока поставьте. Это на лед будет ставить. Возьмите этот. Там два шамана. Я думаю, вы определитесь с тотемами как-нибудь, не знаю. Чё, третья... Давайте, вообще на полбак поехали, саппорт и пить. Третья без децена. Призыв значит, все, забагалось. Слушай, лога ще бэн. Или лога ще бэн. Вы это слышите, третья аура похуй, взять огонь, или он возьмет огонь и налет потом свечницу. Огонь лед лучше оставь, там может две закинуть в одну цель. А, ну тогда огонь возьму. У вас шаман ставит на лед, тотем пока, во-первых, пока идет время. А Бентли может тогда на огонь поставить вместо водного тотема, потому что у него тотем гнева стоит вместо тотема льда. Не смонится. Сапрот ты ставишь вместо исцеляющего? Все три и тюрьма. Бля, Бромир, пожалуйста, давай. Вот сейчас пока мы больно сумаем, идем в мои ушки, и ты будешь слушать. Рыбу кушай в клубах по шаману быстрее, поехали. Ребят, давайте еще быстрее. Че-то пиздец как долго. Я думал, это намного быстрее будет. Демик, потому что если ты богат, ты можешь письма выйдут, да? На там тебе продаются эти наручники. Метку в крест сносим, я крест сейчас поставлю, отойдите. Я даже на маме это наручник. Я думала на маме ничего не сделать, а потом видно вот этот вот шумин, типа этот. Бен, ты потом справа какое-то куча места, уйди туда куда-нибудь. За портал встань туда к стене ближе просто. Крест дымак выносим, еще раз повторю. 5 секунд до пула примерно. Припод. Можете пить припод, тебе должен вылезти. Аст. Аст. Блять, я ж крест. Просел и шлем. Стоим, не двигаемся. Дайте Геру. Похуй. Каст. Сейчас в крест размоем. Каз. И этот, блядь, в крест. Угу. Сука. Каст. Да заебала она нахуй. Яша, подойди. Ладно, да. Блять, у меня портал не нажался, подлагало, блять. Подойдите, разморозьте, пожалуйста. Войд, я здесь. Дермич, ко мне подбеги. Ты сам. Блять, не, если так лагать будет, очень плохо. Дима, приготовились, пожалуйста. Каст. Камана лед. Исбаунд. Прохитил чувак. Бегаем, бегаем, хилимся. Камни жрите. Каст, каст, каст. Яша, дай бэр. Давайте отвезти босса. Рыбахните кота быстрее. Каст. Бойчик крест. Прохил его. Каст.
Блядь, блядь, на них стороне. Слева, слева направо полетели быстрее. Пошли. Полились максимально урон. Ну, Вадь, готовься каплю давать и Барамир. Я скажу потом, если что потом. Давайте, милики, следующий пошли бить. Больше ДПС добавьте. Еле-еле бьем. Бочек полистит. Дермич, Барамир. Бентли, Барамир. Бентли 2. Бентли 2, просил Бентли. Барамир. Войд. Капли у меня нету. Не, я понял. Войд, готовься каплю, давайте скажу потом. Пока не надо. Ой, угу, нормально. Каплю по бочку. По бочку каплю. Яша кожа. Яша. Каст, каст. Блять. Серый, дай бы. Она уже вижу. Ребахните с собой быстрее. Каст. Бочек крест. Барамир крест. И смотри. Каст. Пробафайте, блять, этого друида. В чем проблема? Так, сейчас Войд, МА, мелкий, этот Барамир, Сокру, побежали, сейвы свои жмем. Не бегайте вместе от инфернальной стрелы. Не бегайте вместе. Каст, 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 бейте. Прохил. Войд отбежал, Войда прохил. Все, бьем дальше. Каст. Я дал, не отдавал Майя, да? Отдай Майя на лёд. Фамилия. Фук. Ладно, у вас капли есть, я надеюсь. Угу, есть. Давайте пол ДПС. Дай еще одну Геру, там два человека у нас умирало. Ну уже дали, так что дали. Уже дали, вижу. Все. Войд Бентли, просил. Бойчик. Нет, Яша. Я пробовал как стар бойчик. Полишит Барамир. Бентли. 16 так, это не нормально. Мальчик. Яйт. Бойчик пробовал защитный вытем что-нибудь. Бойчик прожимает. Капли по Барамиру, Войд быстрее. Нормально успеет. Да, вы не забыли. Каст. Почему каст не сбили, блять? Вы АФК нахуй или что? Сбивался. Ну, это не сбивалось. Да, там все. А разве? А это... Ладно, значит, я проебался, выясни. Крест. Каст. Сейчас,
Плечи. Да. Плечи упали. Плечи упали, ничего не знаю. Полезные. Тебе надо, а не Боромир? О, Серега. Наконец-то ботинки, да? А ботинки кому-то нужны, да? Да. О, Серега говорит, что не хвест. Ты можешь заплатить. Плащ валяется еще. С копчита, как раз. Потом, если покупаем за косарь, следующее должен покупать. У меня там 45. Эй, ты что, нахуй, заразил меня, нахуй, а? Ну, типа, это... Ты сейчас реклам, нахуй, я тебя чихаю, сижу без остановки. Ну так правильно, ибо нехуй, блин. Это тебе за все вот это вот бубона. За два бопа, которые мне дали на две зимы. А он тебе второй откатился, типа дал, да? Ну, окей, да, два бопа дали. Я только начинаю бегать, смотрю, боп. Я такой, чё, блядь? Я похуй лечить туда, ну, знаешь, между зимами время дохуя было. Да, мне расстал антифильм, мой покажешь. Так, пойдем, два танка по стандарту. Бойщик, как обычно, займешь. Нет, центр. Хвалищ. Блять, метки забагались. А, да мы знаем, что метки. Все равно поставить надо, мало ли, надо будет кому-то выбегать. Сейчас он стоит больше тысяч. Я не могу метки поставить. Серый, поставь метки, пожалуйста. Одну, где танчить вы будете, ну, чтобы все там стояли. ДД эти, блядь, и хилы. И одну он фолиш вызвал. Пиздки, нахуй. Ой, блядь. F3. Блядь, что у меня свободно? F5, F6, F7. Я вот, мне надо на эти 4 кнопки забить. Не знаю, я F12, или здесь 9 поставил. Ну, просто фабрика. Фабрика. В отношении тебя к ней. Так. Камни возьмите все. Рыбу ставлю, хавайте. Бойчик, твой квадрат будет. Холич твой полумесяц. Остальные все в черепе стоите. Там в стену прям упираете. Вообще на полу. Вой, ты трэш, надеюсь, постопаешь нормально? Это, блядь, символ есть, может, у кого-то в ГБ или портануться, а то у меня на гнев небес нет. Там и без него машина. А, ну ладно. Чё отдаем? Блять, главное, что не знал, а в комнате. Два, один, пол. Давай, Гену. Ясно, на мне химичек сразу. Ой, ну как ты трэш ловишь? Так взорвется нахуй. Ты не видишь, куда он бежит или что? Откуда точнее? Нас так ёбнет. Ну точнее не нас, а... Как, короче, подальше бежит. От нас надо его, да? Ну блять. Его ударить надо, чтобы он остановился. Пиздец. Уже далеко. Вот так хотя бы, например. Сейчас буду заходить. Я пошел. Во время коста может повезет. Не, не в меня каст. А, блядь, а чё мне никто не хилил? Ёбаный в рот. Не сдох нахуй в комнате. Я же сказал, что я пошел. Хилы, блядь. Спасибо вам, нахуй.
что я зашел, блядь, 10 кхп, да. Ай, иду нахуй. Яша, дай резко мне, пожалуйста, быстрее. Я пошел. Заходи. Все, по пизде пошло, блядь. На ребаб дайте полок. Бесов больше уедет. Ну, Полич, вернешься, дай 100 минут, пожалуйста. Дал 100 минут. Блять. Бесы этого сыграйте быстрее все. По звезде. Быстрее убили беса. Все сыгрались по бесу. Блять, забери. Ну не подходи. РДДС по следующему сыграли быстрее. Дали УЕ по бесам больше. Дали УЕ по... Блядь, семечки взрываются по КД. Этого беса играйте. Играйте сначала звезду, потом второго. Я захожу, прохил, прохил, прохил. Блядь, опять с пол хп нахуй зашел. У меня разбаунт, если что. Давай избаунт прямо сейчас. У нас тут три беса. Ну, блять, семечко взрывается, нахуй. Ну, что я могу сказать? Пока да. ДЦ нет. Да, блять, что за... Не, одни за одним выходят, забери. Хули в мили зоне стоят, здесь взрывается. Падаем. Да, падайте. Я не знаю, ну типа, либо бой, блядь, их будет стопать нормально, либо нахуй, ну, эти бесы нахуй ПКД появляться будут. Я еще долбоеб два раза, ну а на первый раз там, сука, просто бегал, хилился нахуй весь бой, блядь, а второй, блядь. Да вот ты не просто заходишь. Ты просто говоришь. Я говорил, что захожу. Я в первый раз зашел, мне было, блядь, 8000 хп нахуй. Мне один тик, у меня осталось 1к, блядь. Я сожрал камень и койл пустил. Чисто из-за этого выжил. По ощущениям, там что-то сделал, я там урон какой-то дикий сейчас в комнате проходит. Я раньше обычно стою косту спокойно, сейчас я нихуя не косту бегаю. Да не, вроде все так же, как и было. Он только подлагивает прям. Ну да. Ну, я проебался нахуй. Типа... Ой, стопай, пожалуйста, трэш, блядь, типа раньше, нахуй. Я просто не заходил, блядь. Видишь, я никогда не... Если ты не будешь... Я не стоял что никогда ты? На этой позиции ретриком, типа, я обычно танчил. Как их лучше стопать? Я вот и бурю так пробовал. Так здесь давать. Ничего... Здесь лучше не надо разливать. Ты первый раз гнев небесом стопаешь, а второй раз, блядь, ну, бурей там чем-нибудь, джагой, нахуй. А то я, бывает, дают джагу, они один хуй пробегают мимо меня. Хули ты на стоп, в чем проблема? Камни еще расставлю, возьмите. Ручину полмав. Дармич, барамин. Мажусь. Ты а че отдал? 4, 3, на исходный стань. Пол. Вер, давай. Ой, иди. Нет, ты холишь. Опять близко словим.
РДД прижмите прямо к стене. Я не знаю, типа, хуй его знает. Падаем. Хоть самого нахуй стопы, блядь. Ой, ты понимаешь, что мы не убьем вообще так никогда, если ты так стопать будешь? Либо мы убьем просто с кровью потом, нахуй, убивая этих бесов покидать, больших. Может, символ все-таки взять, получше будет. Так возьми, я не знаю, возьми, блин, если тебе это поможет. Так помог, ты же не бабки. Mm-hmm.